Привет, друзья! Вы на канале о моде и стиле Сони Киршин. Я решила открыть новую рубрику на своем канале, делать короткие видео и назвать их Look to Go. О тех обновках, которые я сделала в самые последние дни, это будут одна или две вещи. Видео будут о том, как вещи сочетаются между собой или о том, как они вписываются в мой существующий гардероб. Надеюсь, эти видео вдохновят вас на умный, правильный шопинг. И руководствуясь теми же принципами, которыми руководствовалась я, вы сможете подобрать себе правильные вещи, носить их долго и с удовольствием, и, возможно, не один сезон. Если вам интересно это видео, продолжайте его смотреть. И спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Обновки у меня появляются довольно часто, но я решила не ждать неделю-другую, пока все посылки придут, пока я сниму видео, отредактирую его и загружу на канал. Дело в том, что за это время все онлайн-покупки, которые я сделала, все эти вещи просто закончатся в онлайн-магазинах. Если этих вещей все же по каким-то причинам нет в онлайн-магазинах, я сделаю для вас эквивалентную подборку. И если это будут не точно такие же цвета, то стилистика будет та же самая. На мне белый свитшот, который я купила вчера в Таргете, и это коллаборейшн Пиллоу Хантер с Таргетом. Я очень люблю такие коллаборейшнс, и все их любят, потому что это некое смешение действительно стиля высокой моды и абсолютно доступных цен. Этот свитшот достался мне буквально случайно, очень мне понравился, и я вам сейчас покажу, насколько он универсальный. И к нему я купила вот такую юбку нежного оттенка пудры. Как вы знаете, я люблю розовый цвет, ношу его много. Если вы смотрели мое предыдущее видео о розовом цвете, то, пожалуй, это единственный оттенок, которого нет до сих пор в моем гардеробе розовых вещей. Эта юбка прекрасно впишется в мой гардероб, сейчас вам это тоже покажу. И на мне розовые сапожки, ярко-розовый цвет. У меня уже есть такие ботильоны только красного цвета, и они просто универсальные. Они есть в моем инстаграме, они есть в моем видео, я их очень люблю. И вчера мне попалась случайно эта пара. Давайте вначале поговорим про свитшот и с чем его можно носить. Безусловно, с любыми джинсами, светлыми, темными, джинсовыми шортами. На своей вешалке я приготовила вот такие джинсовые шорты, так как этот свитшот оверсайз, то шорты подойдут узкие и, может быть, даже чуть длиннее, но в любом случае это идеальная пара, идеальное сочетание на лето. Еще один вариант для сочетания с этим свитшотом — вот такая длинная юбка полностью из хлопков. Естественно, вы знаете, что горох сейчас в моде. Это юбка ESENDY, моя линия одежды, ссылку на магазин я ставлю, конечно, в инфобокс. Длинная юбка и свитшот, особенно в белых цветах, это необыкновенное сочетание, необычное, элегантное, женственное и в то же время очень легкое и такое без усилий. Эта юбка тоже из моей линии одежды, и у нее тоже есть топ. Такое сочетание, конечно, требует высокого каблука, оно более вечернее, исключительно необычно, образ такой будет запоминающийся. Ну а что касается этой юбки, то комбинировать ее исключительно просто. Естественно, первое, что приходит в голову, это белые топы. Это чистый хлопок, и юбка с этим топом — прекрасный вариант на лето. Сверху вы можете надеть жакет, пиджак цвета хаки, серого цвета, бежевого цвета, джинсовую куртку оверсайз. В общем, огромное количество вариантов верхней одежды сюда подходит, а также кардиганы в стиле леди-лайк. Можно без топа просто надеть кардиган на пуговках в стиле леди-лайк, будет безумно красивый образ. Особенно если вы добавляете к нему бейсболку, то он получается не настолько приторным и не настолько знакомым. Если вы добавляете шляпу, то получится несколько более романтический образ. В общем, эта юбка практически базовая, я думаю, в гардеробе. Мой рюкзак, который вы знаете по предыдущим видео, оказался поистине уникальным. Он легко вписывается в любой образ, который я составила с тех пор, как его купила. Ну и, конечно, в моей коллекции сумок появились обновки. Две вот такие сумки для телефонов. Мне очень нравятся оба варианта. Вот этот вариант с бахромой. Вы знаете, насколько сейчас массивная и длинная бахрома в моде. И иногда мне действительно нужно куда-то выйти, чтобы взять с собой только телефон. И это идеальный вариант. Этот дизайнер, калифорнийский дизайнер, зовут ее Ольга. Она делает сумки по индивидуальным заказам. То есть, если у вас есть какая-то идея, вы можете с ней обсудить эту идею, и она вам сделает то, что вы хотите. Под этим видео я помещаю, конечно, Инстаграм Ольги. В моем предыдущем видео о розовом цвете я демонстрировала вам тренд, о котором говорила. Это Multiply Bags, когда в одном образе несколько сумок, и это были две сумки, одна из которых была вот эта маленькая сумочка для телефонов, а вторая сумка была клатч такого же фиолетового цвета, прекрасный оттенок фиолетовой кожи, настолько глубокий, настолько спокойный, и при этом сочетается прекрасно во многих образах, а когда этих сумок две, то это по-настоящему выглядит необычно, очень модно, и стилистика у них такая спокойная, то есть вы можете сочетать с другими цветами, с принтами, с аксессуарами я бы здесь, конечно, воздержалась, была бы поосторожнее, но две небольшие сумки, если это сет сумок, если это двойка, в одном образе делают его интересным, практичным и очень модным. Вот и все, что я хотела вам рассказать в этом коротком видео. Если вам понравился такой новый формат, дайте мне знать об этом в комментариях. Я буду делать такие видео чаще. И, как всегда, в инфобокс ищите подборку вещей в той же стилистике, в которой сегодня я. Увидимся в следующем видео. Пока!